могу встать. Не общий разговор для... Я не могу встать, у меня болит нога. Все, болит нога и все. Я не могу встать. Я инвалид второй группы. Не могу встать. Да, за машиной он бегаешь, блядь. Приковываешь. Нет, ну что, я... Очки побрать. Слушай, я матом не говорю. Ладно, не забейся. Я матом не разговариваю. Это мой однополчанин звонил. Не об этом говорим. Просто не об этом говорим. Ты тоже не об этом говоришь. Я просто не ожидал. Нет, ребят, давайте все. Это же неправильно. Стой, куда ты пошел? Нет, это неправильно, Володь, потому что... Ты звонил, однополчанин. Обиделся? Я говорю, я же не сделал, если бы я с девушкой, я бы не с кем-нибудь другим. Я говорю, ты обиделся? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, нет, что я с девушкой, что ли, ну, чтобы я обижался? Ну, вы там чего? Я же не девушка. Нет, нет. Я же не девушка, чтобы обижался. Подожди, я могу в туалет? Нет. Нет, давайте выпьем, потом за дружбу. Нет. Подожди, а потом... Ребят, за дружбу. Нет, ну... Смеяться будете? Ну, ладно, ребят, ну вы не ссорьтесь, потому что ссориться не надо, потому что никогда. Я не знаю, что случилось. Да ничего не случилось. Володя. Не знаю, просто у меня Илюша... Ты должен немножко потерпеть. Так, папа, слушай. Потерпеть, давай. Когда он звонит, у него действительно деловые разговоры очень часто. Ну все. И ты должен чуть-чуть потерпеть. Пусть позвонит. Сигнал. Ничего страшного здесь за столом. Ничего страшного. Ладно, я не прав. Не то, что не прав. Сейчас я извинюсь. Хорошо. Я извинюсь. Нет, Володь, дело не в этом, что прав, не прав. Так, все. Ты сам скажешь, ты с нами пойдешь. Пойдем по твоим чутким контролям. Не всегда. Жала голову, папа, блядь, так голову не стоит. Квартиры считает. Ты по голову завтра днем возьми куда-то. Он всегда может резко встать и уйти. У него деловой разговор идет. Нет. Теперь ты меня выслушай. Выслушай, я сейчас. Нет, теперь ты меня выслушай. Есть люди, которые. Теперь ты меня выслушай. Которых я могу послушать по телефону. Билли. Так, давайте все тихо. Мне позвонил такой человек. Квартира решила, что я должен извиниться. Не, не дай бог, нет. Не дай бог. Так, все. Все в порядке. Все в порядке. Вели, прости, пожалуйста. Есть. Все? Забыли? Да, забыли, конечно. Ворот, я тебя отдал. Все. Дорогой, я... Проехали. Да, конечно. Все. Вели, не было этого. Да, не было. Я хочу тебе просто одну... Еще говорю. Не было. Я же говорю, ничего не было. Вели, для меня квартира – это авторитет. Да, квартира сказала, извинись, предвидели. Я извинился. Тебя... Нет, это Володя Берин сказал просто, чтобы ты немножко там, я тебя просто, как говорится, говорил то, что, как говорится, и все. То есть вошел бы в горячий вкус. Сколько нас так вот? Я тебе одну скажу. Выслушай меня, я одну скажу. Илья, не перебивайся, пожалуйста. Я тебе одну скажу. Мне может быть прийти звонок. Я посмотрю этот звонок, я могу отключить его. Если он не важен. Да, да, да. Он так, так делает всегда. Да. Понимаешь? Но потом я ему перезвоню в любом случае. Но этот звонок... Деловой. А человека такого... Нет. Ну, деловой, деловой хороший звонок. Нет, важный. Нет, важный. Это мой боевой товарищ. Важный звонок. Он... Делаю в этикете просто. Дайте человек сказать. Нет, этикет это... Выйти просто и поговорить в другом месте. Нет, все. Нет, нет, нет. Все намного проще. Нет, видеть, он не может нет. сразу я уйти. Я бы тоже вышел на сайт. Нет, 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 ты не прав. Да вы не прав. Я всегда сказал. Да не прав. Ты не прав. Человек нет. не может выйти за автомат, в котором он сидит. Еще объясни, еще раз объясни. Город над морем.